Второй год в колхозе 12 октябрь Костромской области проходит занятие университета культуры. На очередную лекцию к колхозникам приехал народный артист республики Святослав Владимирович Астафьев. Тема его лекции – работа актера над художественным образом. Святослав Владимирович рассказал о кропотливой работе актера над ролью, о том большом труде, который предшествует выходу артиста на сцену. Отрывок из пьесы Погодина «Кремлевские куранты». Я хочу сказать, что социализм надо строить из тех кирпичей, которые нам оставил капитализм, и не ждать, пока к нам придут новые коммунистические люди. Ведь вы возьмите человека, который готов в любую минуту отдать свою жизнь за революцию. Разве он не отравлен великим множеством грехов капитализма? Как вы думаете? Я говорю о забитом, измученном человеке, изуродованном крепостниками, царизмом, солдатчиной. Никакого другого человека у нас нет. С ним мы совершили всемирное историческое дело в октябре 1917 года. С ним мы разгромили три огромные белые армии. С ним мы выгнали с позором интервентов из России. Вы только подумайте, что наделал этот наш грешный человек? Это же контрреволюция! Не любить нашего человека, не верить ему, не ценить его выше всех благ мира. Любовь к театру, стремление понять силу искусства – характерные черты культурной жизни колхозного села наших дней.